Эй, ты почему я здесь нахожусь? Потому что в России нету со мной подраться соперника. Они понимают, что я каждого второго уроняю. Слену, ты почему спрячешь своих развивающих чемпионов? Давай свой проект для калмыкова, свою этого фальшивого чемпиона. Марин, что с тобой? Мы должны были со мной подраться. Из-за тебя перестать турнир, как будто мы здесь тупые. Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, подписал 5-летний контракт с UFC. Эта новость взбудоражила все ММА-сообщество, особенно после того, как стало известно, что сумме, которую получит 20-летний блогер, позавидуют многие бойцы организации. На данный момент не совсем понятно, какая роль уготована для Хасбуллы. Поговаривают, что на первое время это медиа-активность и посещение всех турниров. Как вам такая новость? Не менее жаркие вести поступают прямиком с промоушена «Арена». Со слов главы лиги Сергея Яркаева, 6 ноября состоится стадионный турнир, где он рассматривает потенциальный поединок между Шовхалом Тюрчаевым и Шамилем Галимовым. Оппоненты уже успели обменяться парой слов в сторисах. Пахан, я чувствую, тебе надо готовиться. Шовхал, короче, заряженный вообще конкретно. Смотрел, про меня что-то непонятные вещи говорил, так что хочу с паханом выскочить и подраться, наказать его. Так что зимний. 6 ноября, ЦСКА-арена, стадионный турнир. Главное будет вечер, правильно же? Я не стал главным. Увидим. Сергей, я тебе больше скажу. Я очень долго ждал, пока вот эта субординация между мной и им разорвется. И теперь я хочу заявить о том, что вот эти баночки и вот эти кулаки будут сыпаться на его голову 6 числа в Эрзен Джомен. И дальше больше вы почувствуете мощь пахана. Поэтому небольшой расход до 6 числа, а 6 числа я вам дам жару. Недавно Пахан провел бой в рамках молодого промоушена Сармат Файтинг против дебютанта в единоборствах по имени Махач Махалов. Назвать этот поединок скучным значит не сказать ничего. Однако же Галимов нашел в себе смелость потребовать бонус. Я сделал в Сармате шоу на конференции. Сегодня здесь я публику порадовал. Поэтому Сармат, бонус где Пахану? Либо вы больше не хотите видеть пахана здесь, либо мой гонорар мне после боя дадите, я сам малык. Но все же появление Шамиля в клетке подарило зрителю два потенциальных противостояния. Это реванш против Амирхана Оева и бой с Маратом Исаевым. А Шавхал Чурчаев провел свой крайний поединок в Казахстане на Рух Реалити. Буквально за несколько дней до боя на коротком уведомлении против Чурчаева вышел завсегдатый участник организации Куаныш Акбаев. Здесь схватка получилась куда зрелищней. Как вы считаете, кто из этих двух бойцов все-таки прервет свою беспроигрышную серию? Собственно, Шамиль Галимов или Шовхал Чурчаев в случае их боя 6 ноября на ЦСКА-арене? Также Сергей Иркаев рассматривает еще один громкий поединок, это Арби Емиев и Назир Кишуков. Короче, пока в Грозном сижу, тут кучу боев уже организовал. Друзья, вам интересен бой Арби против Назира Кишукова? Арби, говорит, вынесу, говорит, с одного удара. Смотри, моя встречка. Бой потом обсудим. По мне, это будет очень яркое событие, учитывая, что агрессор, что волейболист всегда показывают зрелище в своих боях. Но еще один фактор, который объединяет обоих спортсменов, это то, что их бойцовский рекорд в последнее время оставляет желать лучшего. Какой из боев вы ждете больше всего? Пишите ваше мнение в комментариях. Не скупитесь на лайки, обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нише ММА.